А всем привет, ребят, с вами Влад, и сегодня, ребят, мы впервые за 4 месяца снова будем играть в Майнкрафт. В этой серии я буду выживать, просто обычный игрок выживает, и все. Давайте посмотрим, что из этого вышло, всем приятного просмотра. Владислав Подборов, привет. И тебе привет. Спасибо тем, кто донатил на моих стримах. Сейчас вы видите на экране имена и сумму, которая была задоначена. Просто вам спасибо огромное, вы лучшие. Так, ну что ж, вот я и на сервере Раменского. Мы будем открывать кейсы. Давайте сначала попробуем маленький кейс. Давайте откроем, посмотрим, что же нам выпадет. Железный меч. Нам выпал железный меч. Это, так скажем, второе оружие наше будет. Давайте возьмем кейс за 500. Ну, давайте их называть долларами. Или майны. Нам выпадают ботинки лорда, и мы уже можем переодеться. И это уже классно. Мы можем выкинуть вот это. Давайте откроем кейс. Теперь за 1000 майнов. Давайте майнами называть. Я бы ставил на меч. Ну, опять нам выпало по ножу лорда. Ну и давайте еще разочек откроем кейс. Все-таки у нас еще 4000. Давайте хотя бы будем надеяться на лук или на меч. Пожалуйста, нагрудник. Опа, пацаны. Пацаны, все. Стак золотых яблок. Мы уже готовы. Давайте я специально не буду прописывать типар. Я просто пробегусь. Зачем надо тратить время на какие-то 3 буквы? Ну реально, ну, можно просто пробегаться. Пробежка важнее этих прописных букв. Просто бежим, радуемся, будем искать место. Ну, кстати, не так далеко от спавна быть. Мы можем просто ходить. Мы можем даже без команд жить, реально. Ну, давайте как раз поближе со спавном все-таки. Куда это я ушел? Давайте паркур. Опа, а вот здесь есть? Здесь, смотри, смотри, нет региона. Вот это нам повезло. Здесь спаун, да? Здесь, смотри, спаун. А здесь нет региона. Вот это нам повезло, да? Давайте, ну, давайте не все истратим, но половину, полсак. Все-таки красивый дом сделаем. Ну, еще. Так, давайте строить дом. Я бы, конечно, поставил яркость побольше, у меня все-таки. Давайте на 100. Давайте ломать траву, потому что нам трава здесь не нужна вообще. Вообще такое, зачем мне лошадь? Давайте, кстати, посмотрим, сколько у меня джетерклик уже. Ну, в принципе, я бы сказал, что я готов, но ну еще нет. Так, ну давайте еще срубим. Опа, у меня есть кирпич. Ситком поставим, выйдите. Сколько на спавне они так стоят? Кирпич, 30. Опа. Пацаны, в принципе, можно строить. Да, все, можем. Все, будем строить. Вот только зачем я воплотил это в доски. Ну, давайте ради того, чтобы... Так, а, пол, да, пол можно сделать из досок. Например. Я же думаю, знаете что? Баланс стоп смотреть лучше, наверное, игрокам, потому что игрокам тоже иногда хочется быть богатыми, а им нужно знать. Почему игрокам нельзя прописывать балл топ? Я считаю это нечестно. Если у меня был бы свой сервер, я бы оставил эту команду. Тебе нечего делать, ты не знаешь, кто здесь самый топовый, тебе интересно.
А, вот и все, посмотрите, границы нашел. Ну, пока что будем так. Давайте тоже здесь будем. Это тоже наша стенка. Так, у нас давайте пол сделаем. Я понимаю, да, многие сейчас будут бомбить, типа, ты что, не запреватель? Сейчас я запреватель. Я, знаешь, меня могут сейчас в любой момент загрифить, телепортнуться, сломать все нахрен. Но я еще не знаю, какой, каким размером будет мой дом. Дайте мне определиться хотя бы. Зачем я вообще построил эту лесенку? Кстати. Может быть, у меня двухэтажный будет дом, кстати. Я понимаю, если будет вайп, то это все уже, минус рубрика, как бы. Но я думаю, когда у меня будет креатив, ребята, я вас не буду обманывать, реально буду выживать с креативом. Как бы это странно ни звучало, куплю здесь креатив, буду выживать. Но, ребята, уж, надеюсь, вы мне будете верить, я буду реально выживать с креативом без читов. Типа, не буду себе добавлять вещи, там, специально вас обманывать. Я, в принципе, возможно, уже определился, я думаю, здесь еще надо добавить слоек. Так, ну, надеюсь, ко мне сейчас никто не придет, потому что вообще это близко, а привата у меня нет. Да, я знаю, это ужасно. Ну, полюбас этот дом кто-то сломает, я вам отвечаю. Давайте пол расширим, потом уже начнем покупаться. Закупаться прям по полной. У меня деньги как раз копятся за игру. Пока я играю, у меня деньги копятся. Я могу даже встать АФК, ребят. Давайте пойдем на спаун, шоп, давайте прям вот отсюда. Так, 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 опа. Все, купили. Ну, в принципе, кстати, я думаю, не надо все-таки второй этаж. Я думаю, вот этот блок я сделал лишним. Ставим крышу, крыша, крыша. Главное не упасть. Ну, надо еще допилить стенку здесь. И вход надо где-нибудь поставить. Давайте здесь. О, смотри, красиво. Опа. Блин. Во, смотри. Ну, здесь надо еще будет как-то увеличить. Давайте выкинем лишние вещи, палка. Опа, у нас еще есть стекла, посмотри. Поводок у нас внезапно был. Внезапно, да? Но стела не было, так что здесь все нормально. Закупимся по полной. Все, ну, 3 стака, я думаю, нам достаточно. Сейчас будет темнота, отвечаю. Все, темнота, ребята. Но здесь будет вид на спавн. Здесь можем создать кучу комнат. Но пока что это такое, знаете, вступление, разминка перед настоящим выживанием. Я понимаю, нам гриферить станет немного челленджево и немного банно. Как-то нас будет банить, наверное, банно. Нормально. Знаете что, если здесь стенка, то можно здесь придумать, знаете, такое окно с факелом. Ну, давайте уже поставим первые вещи. Что-то я прям, знаете... Долго думаю, все. Давайте пока что продадим землю, конечно же. Предыдущая, что это за страница? Это так, хорошо. Ну, давайте землю продадим за 300. В принципе, нормально. 300. Еще 300. Еще 300. И еще 300. Мы зато за это получим деньги. Нас полосуете, должны купить. Декоративные блоки. О, факел. А, за один стак. Представляешь, за стак уже. Давайте, когда вы входите, все-таки, когда входишь, там всегда прихожая такая, мини-прихожая. Там тебе сразу туалет встречает. Они стоят 200 монеток за... Да, монетки, давай монетками называть. За 300, за 32 штуки. Давайте купим. Капец, такая дешевая, реально. Все, покупаем. Все, пацаны, надо приватить, надо приватить. Ну, давайте еще что-нибудь докупим. Кирпичики, кирпичики есть, кирпичи продаются здесь. Алмазы, смотри, за 100. Давайте купим стак, пусть побудет у нас. Становится темнее, давайте здесь поставим факел.
А знаете что, пацаны, я знаю дверь-замок, но давайте все-таки сделаем. Давайте сделаем, ребята, дверь-замок. Нам для этого понадобится дверь. Есть такая выложенная? Смотри, ступеньки. Давай как раз купим, мне как раз лень делать из них. Знаете, мне так нравится вот эта штука аукционная. Она такая классная, вообще можешь покупать все, что тебе нужно вообще. Redstone. Кстати, нам понадобится. Ну, много, знаете, много, кажется. Нам понадобится повторитель. Один красный факел. Не говорите, пожалуйста, то, что оно крафтилось все время вот так. Типа, если я постану... Что? Я купил Redstone? Я его покупал? А, у меня денег нет! Здесь надо... А как забор крафтится? Как скрафтить забор в Майнкрафт? Вот что мне удалось найти в интернете. Шазам, собери 500 миров и сегодня будем крафтить. А куда я поставил верстак? А, я его не ставил. В смысле? А вот это уже забор. А зачем я его убрал? А, точно, сундук Энда. Вот пусть вот так вот на входе будет такой стоять. Хотя он не самый надежный, админы к нему доступ могут иметь. Так, ну давайте сюда спрячем пока что все, что нам не нужно. Пока что мы это уберем. Так, два полублока. А вот так не будет красиво? О, смотри, красота. Красотища. Только вот пол, конечно, лучше, наверное, было бы сделать из кирпичей. Знаешь, я думаю, лучше из земли. А это будет такой мостик. Все, красиво. Во. Ну, пусть пока вот так вот расцветется. Кто-нибудь там уже бомбит? Скорее всего, типа, я не заприватил. Давай заприватим, все. Приватим. Все, привата нет. Давайте приватим. Приватим. Все. РГ Клайм. Я, честно, не знаю, чем можно обдизайнить этот дом. А я думаю, давайте эта область просто она будет закрыта. Просто вот так. Давайте делаем дверь-замок, и я уже переключу сцену на то, когда мы уже начнем делать замок. Вот и подошла первая часть к концу. Набираем 50 лайков, и я выпускаю следующую. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик. До следующей серии. Всем пока.